выбор, куда вы будете задавать направление движения в кувырке. Это выставляя ось вращения в руках и задавая разгон за счет двух ноги. Если вы будете скручивать таз, колено ставите на линию, на точку, где у вас стояла стопа, вы эту ногу выкинете в бок и двигаете. Вот, видите, у вас отсюда тянет. Вы его прямо почувствовали несколько раз, сделали круг. И вот эта плоскость заходит на плоскость пола. Видите, движение? Вы как бы себя высекаете здесь. Но вот здесь, когда идет приподнимание, оно должно у вас пойти снизу вверх, да? Берем прикладу. Движение раз, высекаете, видите? А здесь, да, легко. Мне нормально держаться. Я и сюда раз. А здесь мочек ничего лежит. И бросайте. То есть если у вас двух руках оп или нет, вращение через него. И равно отсюда, например, руки вверх. Если вы эту ногу ставите в баланс, в мах, вы надеетесь, получается балансир. Поэтому она ускорит. Вы можете как рукой себя разгонять, да, то есть, к примеру, руков. Нога может быть оставлена и сюда, а если ее отставить в сторону, да, то есть, к примеру, я беру руку, нет, затем берет руку, кину прямо куда, отставь или нет. Теперь у меня эта нога меня притаскивает. Удобно выйти в любую сторону, она сказала, обмахнет, и ногу вызвать еще. Здесь нет. Раз, движение, ногу кинули, оп, еще двигай сюда. То есть у вас сектор изменился, здесь формируйте вход в урок. Движение у вас, и вы спотыхнулись, несет вас в бок, да? Вы какой-то элемент делаете, здесь вот иногда у вас туда вкладывает. Он не обидует. К примеру, ставите колено, руки кидаете в другую сеть. То есть вы можете выйти в туз. В сторону, да? Вираж. Делаете, видите, куда вас уходит? Вверх и гоним повернуть. То есть вот эти элементы опустили колено, что мы делаем? То есть вы можете движение разгонять. То есть вы сделали, к примеру, один круг и движение. И на втором круге делаете заход. Оп, выше. То есть вы можете разгонять себя на входе в курок и на выходе. То есть то ли это будет рубящее движение, то ли это будет курящее. Есть, сделали круг. И на следующем вираже вы уходите. Также отсюда вы можете себя разогнать на укол или там, выстраивать направление движения. То есть вираж делаете, а заходите на выход. То есть мы делаем курок. Мы можем выходить на курок на любой сеть. Если вы таз скручиваете, да, не колено кидаете вперед, скручиваете вперед, у вас опора произошла. Вот сейчас вот логично вы будете идти вперед, вперед, да, то есть вы руки ставите в некую ось, и вы будете через руки, да, отсюда. То есть к чему? Есть, лишь вы кидаете, скажем, вдоль линии, но у вас уже движение будет вперед.